рассказываю байку. Со мной фотографируются очень часто, и чтобы не быть как-то так, я всегда вот, подойдите ко мне, пожалуйста, я всегда вот так девушку прижимаю, ну, чтобы как-то, ну, теплая фотография была. И так я однажды молодую после спектакля, значит, прижал девушку, она красивая, смотрит на меня влюбленными глазами, и она въехала мне в бедро, поскольку я парень-то еще, я так про себя, она въехала мне в бедро, смотрит на меня влюбленными глазами и говорит: «Боже мой, как же вы похожи на моего дедушку!» Ha ha ha!